неудачным сегодня. Пропустили нелепые голы и, к сожалению, не смогли дожать и не смогли до конца отыграться. Насколько погодные условия все-таки сказались на качестве? Ну, прекрасно понимаешь, что погода не особо комфортно играть, но ты на содержании игры насколько сказались? Мяч немного проскальзывал иногда. Так, для них, для нас равные погодные условия. Думаю, ничего страшного, там нет. Погоду не обманешь. Ну и тут Шару свой ворот мяч отправил, как-то потом пожурили или нормально обсудили момент, забыли? Да нет, конечно, типа подбодрили, в этом ничего страшного нет, всякое случается и... Такого, надеюсь, больше не произойдет. Для вас матч все-таки имел такое принципиальное значение, да? Насколько он сегодня эмоционально пребывает и хорошо? Ну, конечно, такой матч для меня немного особенный. И обидно, что не удалось выиграть сегодня. Так, хотели за Питер, там, за поражение должок вернуть, но не получилось. По судейству, что скажешь сегодня? Были ошибки? Ну, такие моменты... Даже не знаю, пару там аутов, пару офсайдов, может, и были неправильно, но должны были все равно больше создавать и забивать свои голы. Пенальти был на Стоцкий? Ну... Что Стоцкий сам сказал? Стоцкий сказал, что коснулся, и Лоня сам сказал, что он чуть коснулся ноги, но... Сказал, погладил, за это не дают. Сергей Симак и Александр Незелик работали в Питере, очень долго говорили они что-то перед матчем о том, что для них этот матч сегодня важен. Нет, это обычный матч, и к каждому матчу настраиваемся, и неважно, кто выходит против нас, Зенит или Амкар. И в концовке матча там с боковым судьей какой-то инцидент произошел, что там было? Ну, по нашему мнению, он поднял офсайд, которого не было, и так рьяно отреагировали на это. Продукцию технического спонсора футбольного клуба «Уфа» испанского бренда «Джома» можно приобрести в экипировочном центре клуба по адресу Уфа, 50-летие октября, 28.